ежедневно, в рабочие дни с 9 до 19, выходные с 10 до 16. Есть сегодня уже телефон, буквально в ближайшее время, после 15-го, будет создан сайт «Камчатка в порядке.рф». Принимают не просто жалобы, идеи, как решить проблему или же помочь хорошему начинанию. Все высказывания от жителей региона записывают, отправляют специалистам и обеспечивают доставку ответа. Так работает Центр развития Камчатского края, который открыли на базе Дворца молодежи. Любой человек может позвонить или прийти сюда, чтобы оставить свое предложение. Место, где любой житель Камчатского края может высказать свои предложения, свои пожелания по развитию территории, свои идеи, может быть, которые, надеемся, воплотятся в жизнь. Идеи камчатцев будут группировать и затем выносить на обсуждение. Первая дискуссия состоялась в день открытия центра. Глава региона провел стратегическую сессию, посвященную волонтерству. Ее участники определяли, что мешает развитию добровольческого движения. Волонтерство представляется не творчеством, не способом что-то изменить в мире, а благотворительностью в пользу бедных. Мнение, что волонтер – это бесплатная рабочая сила, знание о функциях волонтеров. Первое, на мой взгляд, центральное ограниченное – человеческий ресурс. И низкая активность населения, неготовность быть волонтером. Только за время этой дискуссии прозвучало около 30 предложений, которые могут помочь развитию волонтерства. Было решено, что нужно проверить их на практике. Каждый из участников на деле попробует их реализовать в малом масштабе. И через 2 недели мы собираемся для того, чтобы утвердить программу развития волонтерства, которая станет важным составляющим, важным кирпичиком в программе развития Камчатского края. Власти региона намерены учитывать частные мнения и проводить общественные обсуждения и при решении других вопросов, в том числе экономических и остросоциальных. Это возможность быть услышанными, предлагать свои какие-то мощные, важные, глобальные идеи, которые приведут лишь к улучшению социально-экономического состояния региона, благосостояния нашего края в целом, ну а также, конечно же, наших жителей. Центр развития Камчатского края готов принять любое количество рациональных идей. На основе предложений, которые поступают от камчатцев, будут формировать программу развития региона. Она получит название «Народной». Залина Корбанова, Дмитрий Былков, информационное агентство «Камчатка».